Всем привет, с вами Илья. Сегодня хочу вам показать свою новую самоделку по Лего Ниндзяго. Дракон огня. Это моя новая самоделка. Крупная. Дракон большой. Крупный дракон огня. Давайте рассмотрим общий вид. В прошлом месяце я собирал дракона земли. И я говорил, что соберу в декабре дракона Кая. И вот он. Основные цвета. Красный, черный, оранжевый цвет есть. Немного темно-красного. Давайте внимательнее рассмотрим голову дракона. Голова достаточно миниатюрная, не сильно крупная, на маленьком шарнире и подвижна в разные стороны. Форма головы, какая обычно встречается у драконов Ниндзяго. Ну, такая узкая мордочка, голова, именно лицо, и сзади как такая грива, затылок такой идет. Глаза золотого цвета. Зубы. Два зуба видны. Ноздри. И рот. Ну, имитация рта. Далее здесь идет шея, которая подвижна вверх и вниз, которые прикреплены поводья. Ну, цепи, и Кай держит поводья для управления драконом. На драконе сидит Кай и держит в руках поводья. Такое вот седло. Есть флаг. Седло рассмотрели быстренько так. Давайте теперь рассмотрим крылья дракона. Крылья у дракона широкие, большие, подвижные. Причем в суставе они подвижны вот так вот. Достаточно большая амплитуда. Немного вниз. Подвижный. Крепление здесь я сделал такое. Одно на трещотке, одно на клипсе. Само же крыло крепится на маленьком шарнире. Вот такое вот крыло. Я люблю такую конструкцию крыла. Я ее взял у дракона льда, у ледяного дракона. И применил ее в своей самоделке, в этом драконе. Крылья могут складываться. Это функция. Вот. Так они складываются, и так они раздвигаются. И так дракон может летать. Такой вот дизайн крыльев в стиле огня. Стихия огня. Вот пальцы золотыми когтями, которыми можно что-нибудь хватать. И другое крыло точно такое же. С прозрачными элементами. Характерные стихии огня. Такие вот широкие крылья. Потрясающие. Над крыльями я сильно старался. Вообще над всем драконом я очень старался. Теперь давайте рассмотрим ноги дракона. Такие вот у дракона ножки. У них есть бедренный сустав, голень и пальцы.
Бедро подвижно чуть-чуть вперед и назад, и в бок. Ну, также может вращаться. Здесь вот шарнир. Здесь вот закрывает. Такая вот нога. Стопа крепится вот так. Такое крепление. Может назад, вперед. И пальцы черного цвета. Когти. Вверх-вниз. И также могут лево-вправо двигаться. Достаточно подвижные ноги. Массивные, крепкие, как и должны быть у такого дракона. Теперь давайте рассмотрим хвост этого дракоши. Такой вот хвост в общем виде. Достаточно длинный. На конце пламя. Большое пламя. Первые две части подвижны на клипсах. Вверх-вниз могут двигаться. А вот последние две секции, они на маленьких шарнирчиках, что дает вполне хорошую подвижность. Хвост уменьшается. Ну, так и должно быть у драконов, что хвост к концу уменьшается. Так вот он выглядит. Дракон снизу выглядит вот так. Крылья сложу, чтобы было полегче показывать. Довольно гладкий. Крылья, вот, можете посмотреть конструкцию, как они выглядят. Пересечение пластин у крыльев. Конструкция. Такое вот строение моего дракона. Дракона огня. Очень я, конечно же, старался над ним. Мне его очень понравилось собирать. Я доволен. Я его собирал где-то 4 дня. Да, 4 дня я его собирал. 4 дня подряд. Я получил большое удовольствие. Я кайфанул. Как и от сборки любой другой самоделки, которую я собирал. Мне и дракона земли понравилось очень собирать. И этот дракон. И мне он очень нравится. Я в восторге просто от того, что у меня получилось. Мне очень нравится. Мне самому очень приятно видеть у себя вот такого дракона. Раньше я мог бы только о таком мечтать. Дракон огня. Потрясающий. Дракон моего любимого ниндзя, Кая. Еще сейчас вам покажу некоторые фишечки с этим драконом. Ну, я уже показал функцию с крыльями. То, что они раскрываются, раскладываются и сдвигаются обратно. Также я хочу показать вам особенность седла. Так уж. Вот смотрите. Во-первых, у седла есть сзади крепление. Два крепления для чего-нибудь. В данном случае это для вот черного меча и для меча огня. Сюда можно любое оружие, какую-нибудь вещь прикрепить. Вот. Есть крепление под это. И к тому же седло можно полностью снять. Ну, частями оно, конечно, снимается. Так. Вот примерно таким вот образом. Все. Седло сняли. То есть седло состоит вот из таких частей. Вот, две части такие. И дракон также может без седла быть. Вот так. Гладкая такая спина у него получается. Толщину он вот так выходит. Видно? Видно. Такая вот ровная спина. И быстро очень можно седло сюда обратно закрепить.
прикрепить сюда оружие. Раз, два. Садится сюда Кай. Берет в руки поводья. Дракон взмахивает крыльями. Распускает их. Взмахивает. Отрывается от земли. И летит. Так вот дракон выглядит в полете. Крылья в широком положении. Вот в таком вот. Голова вперед, ноги назад, хвост прямой. И вот так вот дракон летает. Потрясающе выглядит. Я доволен. Мне нравится. Мне нравится то, что у меня получилось. Классная самоделка, круто. Напишите в комментариях, как вам самоделка. Нравится ли она вам? Что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Всем пока.